Сколько бы вы заплатили, чтобы увидеть будущее? Если вы увидите будущее, воспользуетесь ли вы этим преимуществом? Или это станет еще одной упущенной возможностью? Товары, которые вам следовало бы распродать. Земля, которую вы могли бы купить. Возможность, которую вам стоило бы использовать. Сколько еще шансов появится перед вами? Это может быть ваш последний шанс. Слушайте внимательно. Раз в десятилетие происходит что-то по-настоящему грандиозное. В 70-х – открытие СВЧ, в 80-х – видео, в 90-х – персональных компьютеров и интернет. Люди, которые не упустили шанс в 80-х, стали миллионерами. Люди, которые не упустили шанс в 90-х – миллиардерами. Что, по-вашему, произойдет в следующие несколько лет? В своем бестселлере «Следующий триллион» экономист Пол Зейн Пилзер отмечает, что к 2010 году ежегодно 1 триллион долларов будет приходиться на индустрию wellness, обеспечение здоровых людей продуктами, способными сделать их еще более здоровыми и привлекательными, замедлить старение и предотвратить болезни. Задумайтесь, большинство сфер товарооборота индустрии wellness не существовали всего 20 лет назад. Сегодня их общий ежегодный товарооборот составляет 200 миллиардов долларов, что приблизительно равняется половине оборота автомобильной индустрии США. Сегодня 200 миллиардов в год. К 2010 году 1 триллион. Это 1000 миллиардов в год. Как возможен такой рост? Как можно его предсказать? Люди, родившиеся в период бэби-бума, демографического взрыва. Вы слышите о них в течение 20 лет. Они диктуют правила мировой экономики в течение 20 лет. Не наступило ли время делать вложения? Людям, родившимся в период бэби-бума, сейчас от 37 до 55. Пик заработка денег. Больше денег. Выше покупательская способность. Люди бэби-бума уже произвели бум в жилищном строительстве, автомобильной индустрии, индустрии персональных компьютеров и интернет. Более того, вскоре они добавят еще 1 триллион к своим ежегодным расходам, чтобы сохранить самую ценную вещь. Не компьютеры и дома, а молодость. Молодость. Борьба со старением. Здоровье. Wellness. Следующая грандиозная вещь. Как вы можете вложить деньги? У вас 4 возможности. Как врач-практик. Как производитель. Как продавец. Как дистрибьютор. Практики, терапевты, физиотерапевты, целители в следующие несколько лет начнут зарабатывать состояние. Если они смогут оплатить обучение, если они смогут оплатить огромные страховые взносы. Если для них время – деньги. Производство – это отличный бизнес, если у вас есть миллионы, которые вы можете вложить в инфраструктуру, патенты, исследования, перевозку. Продажи через магазины – замечательно, если вы можете позволить себе плату за франчайзинг, работу 7 дней в неделю, рекламу, учет товаров, персонал. Дистрибуция. За последние 30 лет самые большие состояния были заработаны именно теми, кто нашел лучшие способы распространения товаров, а не их производства. Сэм Уолтон, владелец супермаркетов Walmart, Фред Смит, Federal Express и Джефф Безос, Amazon.com. Что общего между ними? Они все являлись дистрибьюторами. Тогда как Уолтон и Смит нашли лучшие способы распространения товаров, известных потребителям, новые миллиардеры 21 века зарабатывают огромные деньги на дистрибуции, обучая потребителей, информируя их о новых продуктах и новых каналах распространения. Бизнес со скоростью мысли. Лучшие продукты. Лучшее распространение. Лучшие возможности. Почему? Потому что 78 миллионов людей с миллиардами долларов наличности на руках не остановить. Они хотят кататься на роликовых коньках. Они хотят водить спортивные машины. Они не хотят стареть. Они готовы заплатить любые деньги, чтобы оставаться молодыми, здоровыми и энергичными. В течение следующих 10 лет эти люди увеличат свои расходы на услуги wellness с 200 миллиардов долларов на сегодняшний день до триллиона.
Вы будете к этому готовы? Человек, давший вам эту кассету, может ознакомить вас с моделью распространения товаров в индустрии wellness, которая успешно работает и доказала свою эффективность. Вы можете начать, будучи частично заняты, работая на дому, без больших затрат, без сотрудников и без головной боли, связанной с ведением традиционного бизнеса. Бизнес, частичная занятость в котором может приносить вам от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц и больше. И так как это работа на дому, то вы можете получить привилегии в уплате налогов. Представьте, 1980-й, Билл Гейтс в поисках инвесторов. Он знает, что произойдет компьютерная революция. А что вы будете делать сейчас? Сэм Уолтон основал сеть супермаркетов Walmart в возрасте 44 лет. В 61 он был самым богатым человеком на Земле. А какие оправдания у вас? Очевидно одно. Если вы смотрели эту кассету и были хоть немного внимательны, то вы не сможете сказать «я не знал об этом». Когда ваши дети спросят вас об этом, что вы ответите? Вы будете объяснять, как воспользовались возможностью и преуспели? Или будете оправдываться за то, что упустили шанс? Статистика реальна. Направления реальные. Сроки реальны. Сколько еще шансов появится перед вами? Что бы вы ни делали, не упустите этот шанс.